Я обратила внимание, что во все кашины сле добавлены бифидобактерии. А для чего это нужно? В организме каждого человека в желудочно-кишечном тракте содержится 10-14 степени бактерий. То есть это практически килограмм-2 килограмма бактерий. Среди этих бактерий есть условно полезные и есть очень полезные. Такими очень полезными бактериями являются бифидобактерии. И в кишечнике у младенца бифидобактерии занимают 90-95% всей микрофлоры. То есть ребенок живет с бифидобактериями, когда ребенок находится на грудном состоянии.